Приветствую вас, дорогие друзья! Как обычно, с вами на связи Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео мы будем подводить итоги наших конкурсов за март месяц и посмотрим, кто же стал обладателями новых классненьких колод. Напоминаю, в этом месяце у нас не было конкурсов репостников ВКонтакте, поэтому у нас будут три самых лучших комментатора Ютуба. Итак, смотрим. Ну что ж, друзья, давайте порадуемся за наших победителей и посмотрим, кто же ими стал. Итак, место номер три, комментатор, который очень улыбнул меня, мне очень понравился его коммент, это матрос под ником Макс Красс. Макс Красс и его коммент к моему давнишнему, убойному и быстрому фокусу с картами. Итак, что же получает у нас Макс Красс? А Макс получает из сундука моряка, по сложившейся традиции, прикольненькую колодочку, от которой никто бы не отказался. Это, конечно же, Bicycle Standard. Уважаемый Макс, эта колода теперь ваша. Ну что ж, мы продолжим. Место номер два и комментатор, который меня тоже изрядно улыбнул, это матрос под ником Роман Ясаков. Роман Ясаков и его коммент к обзору колоды Дэвида Блейна. Итак, что же получает у нас Рома? Ну а Рома из сундука моряка получает, как вы, конечно же, догадались, колоду Дэвида, а вот и нифига, это колода Авиатор. Уважаемый Роман, тоже колода хорошая. Дэвида Блейна, конечно, поприкольнее будет, честно сказать, но Авиатор тоже хорошие карты, я вам их дарю, они теперь ваши. Ну и кто же занял первое место? Первое место занял парень с очень коротким, но прикольным комментом, который мне тоже очень понравился. Это моряк под ником Артгром. Артгром и его обзор к моему недавнему, точнее, и его комментарий к моему недавнему обзору карт Мандалы. Итак, что же достается Арту Грому? Такой интересный ник, да? Так, ну Арту Грому я дарю очень клевые картишки, которые сам люблю юзать. Это карты Феникс. Феникс в красном цвете. Уважаемый Арт Гром, эти карты теперь ваши, я вас поздравляю. Ну что ж, уважаемые победители, до 15 числа пишите мне в личку на Ютубе ваши фамилии, имя, адреса и ожидайте отправки. Кто проиграл, ребята, не отчаивайтесь, конкурс продолжается, пожалуйста, участвуйте, смотрите, комментируйте, и обязательно вы когда-нибудь выиграете. Ну что ж, на связи с вами был Сергей Куликов, он моряк, и да хранят вас боги моря и небес. Пока!